Приветствую всех на канале Eva Games. У нас Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. И это первый апрельский турнир, в котором мы будем играть за, конечно же, самого прикольного чувака в этой игре. И вообще в аниме это Тоби, именно когда он разговаривал своим смешным голосом, издевался над Дейдерой. Что ж, ребята, перед началом видео я вам напоминаю, что вы можете подписаться на канал, обязательно поставьте лайк, и у вас спина белая. Погнали. Так, ну давайте. Первый соперник будет Дейдера-сэмпай! Я не смог передать его точно, как делал Тоби. С кем же Тоби сражался дальше? Блин, с кем он сражался-то? Именно вот в такой маске, я не помню, вот чтоб он прикалывался. Команда Какаши была, помню, Наруто он виделся. Поставим обычного Какаши, даже не Великая Война, вот такого. А будет случайно. Случайно, но пусть будет сильно. Потом давайте в турнир втянем Наруто. Футунра Сэнсюрикен. Рандомно. И давайте введем Пейна. Будет главарь нашего Акацки. Ну и Конан. Почему бы нет? Так. Все готовы? Ну, вроде готовы. Первый бой. Тоби против Дейдера Сэмпай. Я не могу. Не хочу орать на всю квартиру, поэтому это походит именно вот так. Что ж, мы играем против спамера, давайте. Первый апрельский турнир. Кай, начался. А я сказал развейся, ну ладно. А, эй, ты что, клоун? Не надо мне Дейдера сэмпаить, пожалуйста. Так, надо было Саски брать против нас еще. Они же с Дейдерой дрались против Саски. Ребята, пишите в комментариях, с кем дрался Тоби. Конечно же, вроде с каким-то трехвостом, если не ошибаюсь. Ну, что поделать. Чисто рандомно выбрал персонажей, называется. Для турнира. А? Дейдера-сэмпай, вы что, готовите атаковать? На тебе Пума-сюрикен. Я иду. Опа. Ой. Спамер. Да, я тебя споймаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, почти. Оу. Почему вы быстрый такой, Дейдер Сэмпай? О, попался. А, вот так вот. А у нас же еще есть обычная дзюцу. Дзюцу минного поля. Которую он вроде использовал в битве против Саски. Так, ну как, Дейдара вроде наделал бомб. А Тоби их разделал по земле. Дейдера сэмпай, вам пора. Ой, что-то устал. Ну давайте, ультуем. Велинная, велинная. Дзюцу велинного. Дзюцу великого минного поля. Дейдара, я хочу вам продемонстрировать свою дзюцу. Почему вы такие? Да господи. Чисто в стиле его. Постоянно просто улетать. На тебе бомбу. Главное не добить его таким образом, получается. А, магад. Давненько я не играл в Шторм. Идет у минного поля. Мне хорошая канонада. Ну вот и все. Я уже подумал, что ты сильнее. Ну что, посмотрим. Продолжаем первый апрельский турнир. Кто победит, Какаши или Ина? Ина победила Какаши. Что ж, это совершенно в стиле первого апрельского турнира. Это невероятно. И смешно. Ну, Наруто победил Кабуда. В принципе... Пейн Конан. Конан порвала Пейна. Ну, это... Я не говорю о том, что Конан слабая, но Пейн, по-моему, сильнее. Ребята, пишите в комментариях, что думаете вы, кто сильнее, Конан или Пейн. Ина, дорогая моя Ина, ты бы
Не знаю, в боевых шмотках была, что ли, а не в мини-юбке. Типа шла на озеро купаться и параллельно решила подраться с Тоби. Ина, спокойно. Я не буду говорить, что мне не нравится твой наряд. Не обижайся. Без наряда было бы лучше. Ладно, ладно, ладно. Так. Ну что? Сейчас ему же тоже захват сделать, а? Ой, ой, ну прости, Инна, тебя немножко подорвали. Так, она, между прочим, нормальная. Она меня сильнее бьет, чем Дейдера. Теперь понятно, почему она выиграла. Кого она там выиграла, уже забыл. Какаши. Ну, алло. Может, не будем? Не, я же говорю, может, не... Ты чё, офигела? Да какого? Тоби! Как тебе мои приемчики? Пишите в комментариях, как вам приемчики Тоби. Так, ну что, нас немножко потрепали. И теперь продолжаем. Наруто или Конан? В аниме, конечно же, Наруто. Ну... Теперь давай финал Наруто. Посмотрим. Кто из нас лучший шутник? Нижняя комбо. Ой. Ах, ты меня обманул. Ты мне сделал захват. Я хотел сам его сделать. Так, так, так. Ну, ты чё? О, я бы офигел, если бы он мне в морду Рассен Сюрикен сделал. Головой в землю. Нет, не головой в землю, ну ладно. Да как так-то? Оу. Рассенган. Так, воздушная комбо получилась. Ага, и захват сработал. Что, Наруто, ты будешь не против, надеюсь, что пора взрывать себя уже? Дзюцу великого минного поля. Да мы уже поняли, что ты хорошая, когда надо. А я хорош, правда? Ну да, нормально. Для шутника вполне хорошо. Итак, конечно же. В первоапрельском турнире победил самый главный клоун Тоби. Ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, обязательно его комментируйте, с 1 апреля вас. И да, у тебя спина белая.